смотри внимательно. Давай. Ты кто? Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Почему у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»? Не знаю. Что ты сделал вчера со своими подчиненными? Разоружил группу ГБР ЧВК «Вагнер». Сколько вас было, численность группы вашей? 10-12 человек. Сколько человек вас было вчера, твоих подчиненных? Со мной было 10-12 человек. Помимо этого еще кто был там? Это стрелковая рота. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Как ты считаешь вообще, личная неприязнь имеет место быть на войне? Нет. Как твои действия можно охарактеризовать? Виноват.